один из главных организаторов этого турнира. Ну, вы закончили уже свое выступление. Поделитесь впечатлениями. Мои впечатления, мне интересны впечатления болельщиков, участников, гостей турнира, как они воспринимают третий открытый Кубок Хмеля в этом году. Естественно, Кубок открытый, потому что участвуют не только команды из Беларуси и из Витебской области, но и команды из других городов, из Москвы и Санкт-Петербурга. Участвуют команды из Минска, из Новополоска, из Орши, из ГВК. То есть в этом году мы максимально собрали составы, максимально собрали команды, которые участвуют в видите, завоевывают места, и вы видите, что борьба была интересная, захватывающая. Я надеюсь, что и футбол, и турнир понравился нашим болельщикам. Представитель команды ЭКОМОВ, Порше. Вам уже известны результаты. Mm-hmm. Как вы прокомментируете, чего вы ждали? Оправдались ли ваши... Ну да, я скажу, уровень турнира повысился. Во-первых, по сравнению даже с тем годом, ну, поинтереснее борьба была и интересно вообще было. Каждый игрок легко не давалось, поэтому очень хороший турнир.